Всем привет, с вами канал Артмания. Начинаю свой влог сегодня именно вот так. Сегодня пятница вечер, Димочка ушел к маме, а мне вдруг захотелось разных вкусняшек. Ну, я решила заказать доставку от Пятерочки. Здесь нашла промокод, ну, это как ее, скидка 10%. Сделала заказ, все супер. Так, смотрите, вот от Пятерочки 37 минут назад пришел код подтверждения. Номер 900 списалось, 363 рубля. Написано, что они списались. Все супер, казалось бы, да? А здесь итог. Заказ отменен. Я захожу, надеюсь, мне списалось, все супер. Захожу посмотреть, все ли там в порядке, принесут ли мои продукты. А здесь заказ отменен. То есть деньги взяли, а заказ отменен. Блин, я так сильно испугалась. Ну да, как бы 363 да, рубля, ну как бы не так много. Звоню туда, мне говорят, что там ничего не списалось, нужно просто оплатить. А, и нужно было ввести код, который прислал Сбербанк, который говорить нельзя. Ну, правда, сейчас я зашла на карту, посмотрела, деньги действительно не списались. Но тут вот сейчас вот до этого, сейчас уже время прошло. Тут было написано, оплатите заказ. Вы знаете, это вот, не знаю, это просто ужасно. Это ужасно. То есть человек думает, что вот он уже оплатил заказ, то есть это реально, столько нервов потратишь. А тебе просят, оплатите заказ. И, честно говоря, просто начинает страшно нажать кнопочку снова. И тебе снова придет сообщение, с вас списали 363 рубля. Вот знаете, вот после этого, правда, вот подумаешь, проще одеться и пойти в магазин. Гораздо проще, чем вот через этот вот Пятерочку несчастную. Блин, это жестоко, правда. Это очень жестоко так поступать. Никогда в жизни больше от Пятерочки не закажу продукты, потому что вроде бы как с вас сняли деньги, то есть приходит сообщение от Сбербанка с номера 900 о том, что сняты деньги, а тем не менее тут приложение требует оплатить еще раз покупку. Честно, блин, это ужасно. Это просто ужасно. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами вечерние посиделочки, болтушки и, конечно же, обзор вот таких вот продуктов. Ну и, конечно же, букманг. Вот. Сегодня мы с вами будем пробовать вот такой вот мармелад. Если кто-то видел его в каком-то магазине, сколько он стоит, обязательно напишите, потому что мне его подарили. Честно говоря, я даже не знаю. Здесь написано 100% натуральный. Пробуем. Попробуем обязательно. Также у нас с вами Skittles. Честно говоря, очень давно уже его не пробовала. Очень давно. Когда-то давно я загонялась прям по нему. Прям в фикс-прайсе, помню, очень много-много покупала. Потом у меня то ли аллергия началась на него, то ли что, какие-то высыпания. И я перестала его покупать. Подарили. На Новый год подарили. Съедим. Вот. И, конечно же, у нас с вами вот такая вот фрунчоза, это я в фикс-прайсе покупала. Хотела делать на нее отдельный обзор, но подумала, что скушаю ее с вами. У нас получится с вами как ужин. То есть мы с вами покушаем. И потом будем кушать сладкое. При этом я сделаю обзор и, естественно, будем с вами болтать. Всякие истории, там все такое, ну как обычно. В принципе, уже таких роликов у меня довольно много. Так, также у меня донут. Донут. Почему я думала, что он называется донат? Я не знаю. Может, он читается донат все-таки? Это из фикс прайса. И до этого мы с вами уже пробовали. Я покупала в Пятерочке. У него, помните, был... Нет, не розовый. Желтый. Там химии было полно. Здесь тоже, наверное, много. Но мы с вами посмотрим, какой он внутри. Стоит его вообще покупать или нет. Разрежу его с разных сторон. Что-то на каком-то языке написано непонятно. Вот, тоже, короче, посмотрим. Ну и, конечно, халва. Мне очень сильно захотелось халву. Халва у нас красная цена. Самая дешевая. Не знаю, с чего она там сделана. Тоже посмотрим. И, конечно же, все это мы будем с вами запивать вот этим чаем. Мы в каком-то уже влоге его с вами смотрели. Да, я его тестировала, делала обзор, его пробовала. Он просто обалденно вкусный. Даже не то, что вкусно, он обалденно пахнет. Я монтировала недавно ролик, как он ароматно пахнет, и там было не видно, как закатываются мои глаза от этого запаха.
Боже, это так классно! Это, знаете, вот мне детство реально напоминает. Ну, не буду пока забалтываться с вами. Давайте сначала с вами заварим вот эту вот штуковину. И тогда я уже дальше расскажу кое-что еще. Так. Ну, здесь она находится в картонной коробке. Нужно кипяток залить в картонную коробку. Блин, вот это, когда я ее выбирала, смотрела, я еще так повертела ее в руках, все люди вертели и ставили обратно. Ну, я подумала, блин, надо взять. Надо взять, думаю, надо попробовать. Думаю, блин, не знаю, короче, давайте, ладно, так. У меня уже чайник вскипел. Здесь надо способ приготовления франчоза залить кипятком до отметки уровня налива воды. Второе. Закрыть упаковку и подержать 3 минуты. Через 3 минуты обязательно слить воду. Добавить к вермишели дополнительные ингредиенты. То есть еще что-то там дополнительно. Хорошо и интенсивно перемешать. Так. А я сначала не поняла, добавить вермишель. Типа залить, а потом еще вермишель добавить. Я думала так. Так, сейчас мы с вами поищем здесь состав. Он такой похож, как на Ролтон, да, вот, который мы с вами берем в поезда. Там вот такой вот очень похож. И мне интересно, какой здесь состав. Состав здесь, так, соевый соус, вода, бобы, пшеница, соль. Соль вроде была, нет? Нет, не было. Так, вода, тра-та-та-та-та, пшеница, соль, экстракт, крахмал, кукуруза, японская. Кстати, а ведь состав довольно хороший. Он довольно себе хороший, такой стандартный. Как будто, знаете, вот туда добавили просто вот те продукты, которые есть у вас в холодильнике. Взяли там, перемололи, сделали тесто, сделали такую вермишельку и сюда положили. То есть это не совсем не тот состав, наверное, который будет в Ролтоне. Наверное, там химии побольше, мне кажется. Ну, именно вот таких вот. Но брать его с собой, допустим, в поезд, он довольно габаритный, честно. Если только разделить и по мешочкам разложить такие. Ну, блин, он реально много места занимает. Довольно много. Так, и сразу скажу. Взбивать, конечно, мы с вами будем вот это все чаем. И сегодня у меня совершенно другой стакан. Вы его, наверное, скорее всего, еще не видели. Это старый мой давнишний стакан. Вот такой. Посмотрите, какой он классный. Покупала его в Ашане очень-очень давно. С него пьют особые гости, которые ко мне приезжают. Это, например, мой братик, которого я очень-очень сильно люблю. Второй братик, которого я тоже очень сильно-сильно люблю. В основном это вот когда они приезжают, я знаю, что они водохлебы точно такие же, как и я. Хотя, честно говоря, он по размеру, по-моему, не особо отличается от моего стакана. Вот, мы будем из него пить. Вот внутри темно-синий, и, честно говоря, это не очень удобно заваривать чай, потому что не знаешь, насколько он заварился. Уже заварился или уже слишком сильно. Так, ладно, не буду забалтывать. У нас с вами опять получится, наверное, очень-очень длинный ролик. Что ж такое? Ах ты. Ах, упаковка прям здесь такая, прям, знаете, хотя немножко плотноватая. Так, конечно, это все закрыто. Нет, что-то не особо. Все хорошо закрыто даже. А, вот как. Так. Что мы видим внутри? Арахис добавил. Арахис дробленый, жареный. А я не помню, что там написано было слово дробленый, а я читал добавленный. Я не пойму, ну что за слово. Такой арахис. Его нужно добавлять. Ну ладно, добавим все. Все добавим. Так, здесь у нас состав просто арахис. Ну, он чувствуется, кстати, такое, что он там такой дробившийся. Так, здесь что? Все по пакетикам. А, китайский устричный соус. Устричный. Кстати, я очень давно мечтаю попробовать устрицу. Именно вот эту вот, которая лежит. По-моему, она устрица называется. Лежит в такой штучке, там такая это. Но что-то у нас в России сложновато с этим. Бывает только... Видела я в Сочи, в ресторане в каком-то. Дорого стоило, но я не стала брать.
Вот, может быть, когда-нибудь. А, ну да, есть мидии. Мидии я пробовала, а вот устрицы я хочу попробовать. Я помню, какой-то был по телевизору кино шло, там, не знаю, короче, какое-то кино шло, и там мужчина на лодке подплывает, а там эти устрицы на горе сидят. И он так берет одну устрицу, хоп, ее так посолил, так, и все. И я думаю, блин, она же живая. Ее просто взяли и живьем съели. Не знаю, я помню, ребенком было, мне так дико было. Так, ладно, здесь соус. Ну, соус такой, кстати, мягенький. И... А, смотрите, она даже в своем мешочке лежит. Блин, это классно. То есть, в принципе, вы можете к поезду такой купить. И, допустим, попытаться ее заваривать. Или, кстати, в одном можно. Ну, не знаю, короче, там можно будет что-нибудь придумать. По крайней мере, здесь состав более-менее натуральный, чем в той самой гадости. Ладно. Вот такая прозрачная. Она, знаете, такая, как там, как будто прозрачные белые палочки какие-то, пластмассы. Вот так она выглядит. А, честно говоря, я думала, что она уже там внутри. И, конечно же, кстати, сам контейнер. С этой стороны он кажется прям такой вот, как будто какой-то картонный. А внутри он как будто пластмассовый, смотрите. Видите? Он реально как будто пластмассовый. Так, давайте все будем добавлять. Я там отрезала. Пахнет просто какой-то вермишелью. Просто вермишелью. Что написано? Тут тоже легко готовить. Так, кладем. Ай, ай, рассыпается. Как гнездо какое-то. Его, знаете, его можно купить для декора. Так, где эта отметка-то? Тут, что ли, наверное. Наверное, она. Так, и что у нас там было написано? Закрыть крышку, настоять, добавить, вермишель, дополнить. А, ингредиенты потом добавлять. Я думала сразу. Тогда ладно. Тогда еще ладно. Так, и также мы с вами будем делать чай. Конечно же, мы все это будем с вами запивать. Невозможно. Это обалденно. Надо сходить еще купить чай. Такой. Все это мы будем сейчас с вами заливать сразу кипяточком. Закрыть не смогла, оттуда пар идет горячий, накрыла халвой. Так, чай тут тоже заварила, подождем. Так, ну и, конечно же, мой сегодняшний образ, это не единорожка, как это бывает обычно. Вот, сегодня у меня, смотрите, такая вот кофточка, рубашечка даже, я сказала бы, такая симпатичная, рукава здесь. Мне очень нравится вот эта вот сама расцветка, какая-то там сакура или, может быть, и здесь, кстати, ткань, она немножечко другая, такая, знаете, она как такая легкая, она мне вот тут вот свободная довольно. И здесь еще внизу есть кармашки, потому что это рубашка для очень, ну, для довольно больших дам. Рубашка сама 52 размера. Представляете, 52, а мой размер где-то 44-46. Ну, как бы, да, она должна быть больше, но она такая довольно нормально свободная. А обычно я вот здесь вот ремешком затягиваю, и она смотрится как такое некое рубашка-платье, что-то такое. Вот, я его достаточно давно носила уже, носила его в Сочи, потому что в Сочи за плюс 30 и выше как бы жарко, и в такой рубашке было просто классно, просто офигенно классно. И она сама по себе такая яркая, такая симпатичная, красивая, свободненькая, то есть вообще прям было очень удобно. И сейчас я ее увидела и подумала, а почему бы мне в ней не заснять. И по улицам я всегда, когда шла в Сочи, в ней мне
все девушки всегда улыбались. Я не знаю почему, но они мне всегда улыбались, когда я шла в ней. То есть шорт и вот она. Один раз даже, кстати, я ее завязала. Там пуговички расстегнула и вот тут завязала, как рубашку. Тоже смотрелось очень-очень классно. Там были у меня шорты, были туфли коралловые. То есть и тут вот что-то красненькое, и туфли коралловые. А фотку, конечно, не знаю, я найду, не найду. Фотка вообще есть где-то такая. Не знаю, если найду, то я сюда вставлю. Если не найду, значит, не нашла, потому что у меня сейчас компьютер на стадии поломки. Непонятно, то ли он ломается, то ли он не ломается, то ли он сам себя лечит, то ли... Блин, короче, я не знаю просто, что с ним происходит. То он не хочет включаться, то он включается нормально. Сегодня он хорошо включился. А предыдущие 3 дня он вообще не включ... Ну, как... Включаешь его, он вырубает. Включаешь его, он вырубает его. Поэтому, блин, я не знаю. Не знаю, что делать. Ну, понятно, да, в ремонт нести. Вот. Так, что еще хотела сказать-то? Вот. А, у вас предыдущий там маленький, наверное, был коротенький ролик. Сегодня меня чуть не обманули в Пятерочке. Я хотела заказать вкусняшки из Пятерочки, но мне было так лень идти. Я очень сильно сонная последние эти несколько дней. То, что компьютер ломается, я очень быстром режиме и срочно просто монтирую эти ролики, потому что их складывать некуда. У меня внешний жесткий диск на, по-моему, 1 терабайт, он просто битком забитый. И класть их некуда. И тут компьютер ломается. Я просто в срочном режиме все это монтирую. И вчера я легла в 4 утра. Сегодня я проснулась вот просто такая, знаете, прям вот сонная ходила. Вот встанешь где-нибудь, и там все, уж прям засыпаешь, засыпаешь. Вот сейчас вот прям клюм так, бух, и все. И поэтому вечером в магазин идти я не стала. Не пошла. Дима ушел к маме на выходные. Думаю... Вот так вот уснешь где-нибудь на дороге, зима все-таки, шлепнешься и все. Потому что у меня бывает периодически, я не знаю, что это, бывает, что идешь по улице, то есть ты не сонный, ничего, все в порядке. И тут неожиданно у меня в глазах появляется сон. Я прям хочу резко спать. Ну, не до такой степени, что готова упасть и уснуть, но вот чувствуется, что он есть. Просто что он существует, вот он есть какое-то определенное время, и потом. Он пропадает. Но я начинаю замечать, что это происходит все на одном и том же перекрестке, когда я куда-то иду. Но пройти мимо него у меня не получается. Я думаю, что, может быть, оттуда ветер какой-то дует особенный, что меня там задувает, и я резко хочу спать. Даже не знаю, я пробовала эту дорогу переходить там подальше, с другой стороны. Ну, там тоже мне захотелось спать, но уже не настолько сильно. Вот. Не знаю, может, просто от места зависит. Один раз, там несколько раз получилось, что хочу спать в этом месте, и постоянно вот так стал. И, честно говоря, мне немножко страшно. Мне страшно, что вот так вот вырубят на ходу, упадешь в снег, и никто тебе не поможет. Ну, как обычно, молишь, да, наверное, пьяная там, пусть валяется, там так ей и надо. Или еще хуже, там подойдут, это, прощупают, украдут, там камеру украдут, там туда-сюда своруют и уйдут. Да? И все. Вот, то есть, блин, это мне немножко страшновато. А, с чего я начала? Ну, естественно, я в магазин решила не идти. Вспомнила, что есть доставка из Пятерочки. Думаю, попробую, закажу оттуда. Здесь рядышком, но в течение часа подвезут. И мне была нужна, то есть, сумма небольшая, поскольку у меня на карточке уже денег практически нет. Мы уже все почти потратили, там осталось совсем чуть-чуть. Вот, и... Заказала там 363 рубля, оплати, все, нажимаю, короче, оплатить. Мне пишут, сейчас вам придет однозначный код. Ну, я так поняла, что однозначный, это значит одна. Одно значение, одна цифра. Не знаю, я поняла, что это одна цифра. Жду. Залазю в смс, нету. Ну, думаю, от Пятерочки же должна прийти, правильно? Опять залазю, нету. Ну, что ж такое-то, думаю, что ж происходит-то? А, залазю, значит, смотрю номер 900, то есть от Сбербанка. Залазю, там вы оплатили или снято. Короче, было с вашей карты снято 363 рубля. То есть я их якобы оплатила, но при этом заказ еще как бы не оформился.
Я не понимаю, я думаю, господи, что такое? Приходит уведомление с Пятерочки. Пожалуйста, оплатите заказ. Он вас ждет. Я вообще была просто в шоке, как? Мне пришло смс, что я его оплатила. Здесь непонятно, что из Пятерочки вы должны оплатить. И, блин, я так сильно испугалась, честно. Я очень сильно испугалась. Если бы это было 1,5, 2 или 3 тысячи, блин, я бы, наверное, меня инфаркт, наверное, схватил бы, честно. Потому что, когда на карточке уже заканчиваются деньги, ты понимаешь то, что нужно еще на них как-то там прожить. И тут просто они исчезают, эти деньги, непонятно куда. Мне, честно говоря, на тот момент казалось, что, наверное, скорее всего, я скачала в приложении, в телефон от каких-нибудь мошенников. Потому что, ну, блин, это все было странно. Захожу я снова в Пятерочку. Если там было как бы видно, где вписывать вот этот вот код, то там было просто написано, а ваш заказ отменен, что ли? Да-да-да, ваш заказ отменен. И, блин, это опять шок. Я его оплатила уже, а он у меня отменен. Как так? Как так? Я давай звоню туда. Мне говорят, что, оказывается, еще с карты ничего не снято. Говорит, потому что вы должны ввести однозначный код. Я говорю, а где же его взять? Ну, вам разве не приходило? И у меня пришло из Сбербанка код, и там подписано, никому не говорить его. Вот, ну, введите его тогда. Блин, он говорит, у вас еще не снято ничего, все хорошо. Ну, я, блин, я нервы потратила. Потратила время на все вот это вот, честно. Я полезла через приложение, зашла в этот Сбербанк, смотрю, нету ухода этих денег, их нету. Я думаю, господи, слава богу. И мне еще там в трубку говорят, вы можете сейчас заново попытаться заказать. Я говорю, хорошо, говорю, спасибо, я сейчас закажу. Про себя думаю, нет, Пятерочка? Заказывать еду домой через доставку? Нет. Думаю, ты сейчас вот нажмешь опять, там придет опять сообщение. С вас списал там это 363 рубля. Думаю, так можно до бесконечности. А потом зайдешь, а у тебя денег нету. Думаю, блин, это... Нет, думаю, нет. Я уже хотела, думаю, все, соберусь, пойду сама в магазин. Думаю, пошли они все нафиг. Потом думаю, нет, я такая сон, у меня прям вот просто перед компьютером сидела, меня так вырубало. Вот просто вот так вот засыпаешь. И все. Музыку послушаешь, вроде так это, нормально, нормально сидишь. Вот. Сбермаркет, допустим, я заказывала, но там, то есть они привозят, и потом я оплачивала, это удобно. Здесь я думала, что тоже так же будет. Нет, надо заранее оплатить. Блин, это ужасно. Честно, напишите в комментариях, кто уже заказывал, как вообще у вас все прошло. Так, мне кажется, 3 минуты прошло, как думать? Надо было засечь, мы засекли. А то я боюсь просто передержать. И теперь, знаете, она такая горячая, раскаленная, и нам надо... эту макарошку, то есть, вернее, у этой макарошки слить воду. Хотя, с другой стороны, в поезде, представляете, так, слить воду. Идешь по поезду, тебя вот так вот шатает туда-сюда, по длинному туда коридору, так еще вода здесь налита, кипящая, так ее еще надо слить. Это неудобно, кстати. Ну, может быть, вот мой бы муж сейчас сказал бы, да может, с водой вкусно. Бульончик, хорошо, хлебушек туда намокать можно. Ай, такая горячая она. Немножечко. Я думаю, знаете что? Наверное, скорее всего, я оттуда, конечно, ее достану. Просто. Она уже мягенькая, да. Вилочкой достать и положить ее в тарелочку. Блин, это проблематично, честно. Ладно, давай с чем-нибудь будем делать уже. В итоге потратишь кучу времени, пока я буду сейчас все доставать. У меня сегодня такие 2 золотые вилочки. Я подумала, что я буду 2. Так, переложила такие я. Такая она, знаете, прозрачная. Мне кажется, ее можно использовать в какой-нибудь суп, например. Такой прозрачный супчик, не обязательно какой-то там. Так она выглядит. Такая, кстати, очень красивая, довольно как какой-то снег или, может быть, салаты, кстати. А, вот, напишите мне какие-нибудь, может, вы делали салаты из нее, добавляли, может быть, в суп. Кстати, это будет интересно. Пойду, наверное, в фикс-прайс завтра и куплю еще парочку вот таких вот и попробую сделать суп и салат. Ладно, сейчас попробую сначала. Сначала давайте попробуем, мне потому что не терпится, интересно, что же это такое.
Я когда-то очень давно в ресторане была китайском, и там я пробовала суп. Так, у нас здесь что? А, жареный арахис, его тоже, видать, надо добавлять. И пробовала суп. Так, подождите, а давайте его сначала попробуем. Как оно вообще сама-то на вкус? А то сейчас понравится мне, потом накуплю, а потом буду думать, куда ее девать. Что ж такое? Вкусу просто вермишель. Она как-то так убежала очень быстро. Ничего такого. В супе ее, наверное, будет незаметно, кстати. Вот. Такой крупный там. Этот арахис. Дробленый арахис мы добавили. Смотрите. Я вот сейчас думаю, что я зря добавила. Ну ладно. Будет он под зубами мешаться только. Почти, можно сказать, здесь вермишель. Ее почти жевать не надо. И тут этот дробленый арахис. Так, здесь соус у нас. Состав. А состав, кстати, примерно тот же самый, который был. Ну, в принципе, здесь только и соус и есть такой. Можно себе открывать все это. Так. Открывайся, что ли, уже. Соус. Соус, кстати, как соевый, как будто бы. Я надеюсь, что он не острый, кстати. Потому что я острое не люблю. Иначе я останусь без ужина. Что-то у меня халвы запахло. Что? Это арахис не так запахло. Да, это стоило сделать, конечно, наверное, обзор. Чисто на эту смесь. Ну ладно. Надеюсь, что вы мой букмак досмотрите до конца. Ой, такого цвета она, конечно, коричневатая, как какая-то какашечка. Такая с чем-то. Пахнет она прям соевым таким соусом. О том, что там есть вообще грибы и лук. Как-то не пахнет, честно. Вот пахнет прям соевый такой соус. Давайте мы сейчас ее попробуем. Вкус, да, действительно такой соевого соуса. Хрустит типа лука что-то. И кусочек типа гриба было что-то. По-моему, даже немножко острое. Не знаю, такой соус можно, может быть, куда-нибудь в супчик добавить какой-нибудь. Что-то вермишель вроде было мало, стало много. Вот такой. Нет, честно говоря, это очень интересно, когда появляются у нас в магазинах новые какие-то необыкновенные продукты, которыми ты можешь себе скрасить жизнь, например. Это интересно очень. Я люблю пробовать все новое, интересное. Что-то узнавать, познавать. Так, давайте будем пробовать. Конечно, она не наматывается больно. А это вкусно. Она быстро очень жуется. Сама вермишель. Соус довольно хорошо смотрится. И вот этот вот арахис попадается среди вермишельки. Довольно так необычно, что-то новое. Не наше, не русское. Ну, конечно, единственное, неудобно, это хочется намотать на вилку. Она нифига не наматывает. Хочется, знаете, добавить чернослив. Не знаю почему, но мне чернослива захотелось добавить. Интересно послушать мнение других, как они оценивают этот продукт. Кажется, кстати, еще ощущение, как будто что-то подгорелое.
сама вермишель в супе хорошо бы, наверное, смотрелась. Она бы там, вроде бы как она есть, и ее нет, она бы там потерялась, или, может быть, суп был бы красивым. У меня, знаете, мама всегда любит по выходным, я помню, она всегда готовила легенький такой супчик. Допустим, куриное крылышко отварит, просто бульон наливает, и туда крошит яичко. И все. То есть, ну, бульончик, куриное крылышко и яичко посередине. И все. Вот, нам прямо с мамой очень-очень безумно все это нравилось. И когда я начала уже жить с мужем, приготовила такой супчик. Говорит, а где картошка? А где нормальное мясо? Говорит, ты считаешь, что я должен этим наесться? Он, конечно, был немножко шокирован. В итоге он, по-моему, туда намокал хлеба много, чтобы хоть как-то там, ну, мужчина же. Да, не очень удобно ее есть. Еще, наверное, себя перемажу. Не знаю, ложкой, что ли, это все едят, не пойму я. Палочек у меня нет. Одно время, кстати, в детстве. Одно время в детстве я ела очень долго палочками. Почти все ела палочками, ну, кроме, допустим, суп, понятно, ложкой. И прям мне это так очень-очень нравилось. И помню, я приезжаю к бабушке в гости. Там стол собрали, по-моему. Или в семейном кругу, что ли. А, нет, в семейном кругу, да-да-да, мы были. И тут я вспоминаю, что я забыла взять свои палочки. И спрашиваю бабулю, а палочка у тебя есть? Ну, мы, говорит, можем тебе дать 2 карандаша, если хочешь. Я так представила, ну, они же невкусные сами по себе, карандаши, как я буду ими есть? Пришлось взять вилку, и я поняла, что я разучилась ею пользоваться, у меня не получалось. Это было, не знаю, это было что-то с чем-то. Видимо, я палочками ела уже очень-очень давно. Там, не один месяц, очень давно. Мне прям это так нравилось, мне это... Для меня это казалось вообще там что-то необычное. И сейчас вот я об этом начинаю опять часто подумывать, что, может быть, мне начать кушать палочки. У меня есть палочки симпатичные такие. Вот. Ну, типа, сейчас вы скажете, как раз у тебя такая еда, давай начинай. Ну, как бы да, все супер, но у меня дома ремонт. Не забывайте, у меня ремонт. И у меня там лежит все в коробках. В коробках, и перебирать эти коробки, сейчас, честно говоря, вообще не хочется, мне лень. Они просто тяжеленные, я просто устану. Жалко, что они внутрь не кладут палочки. Что-то там такое жестко попадается. И что ж такое, как ее едят-то, а? Теперь я понимаю, почему китайцы... Не едят вилками. Она острая. Второй бы раз я, наверное, не купила. Это, знаете, это попробовать один раз. Так вот. Деликатес там что-то так, ну, в принципе, вкусно. Честно говоря, вот хочу попробовать только эту вермишельку вот в супе просто. И мне интересно, насколько она размякнет, если будет лежать... А водички дольше 3 минут. Восемьдесят килокалорий у нее. В принципе, это много? Сколько у нас в шоколадках-то? 280. Ну, в принципе, сидя на диете, наверное, мне кажется, если ее 3 раза в день кушать, то можно, наверное, похудеть. Если, допустим, для веса 50, нужно съесть где-то в сутки 1500 килокалорий. Да, кстати, вы, наверное, меня хотите все спросить, Наташа, почему ты не на диете до сих пор? Чуть-чуть не доела.
Честно говоря, ее вилка есть очень неудобно. Не знаю, насколько удобно есть ее палочками, честно. Но вилка ее есть неудобно. Плюс она острая. Сейчас, запив чай, я поняла, насколько она острая. Это было не очень приятно. Я не люблю острое. И, блин, они должны были написать на коробке, что она острая. Здесь, по-моему, ничего не написано об этом. Кстати, готовый обед за 5 минут. Там еще воду замучаешься сливать с нее. Чуть-чуть я не доела. Доем я потом уже потихоньку, не спеша. Потому что я знаю, что пока я тут ем, ее пытаюсь, вернее, съесть. То есть это я уже ем не очень красиво. Мне это не нравится. У вас проходит время. Так. Что мы с вами будем пробовать дальше? Перейдем к сладкому. Так. Попробуем Браво Доналд. Доналд. Так, у нас покупался в фикс-прайсе, цена его была, ну, меньше 30 рублей. Может, 15, может быть, 20-25, где-то так. Так, состав. Состав. Боже, что тут много написано. Состав. Состав тут золотым шрифтом на черном фоне и буквы маленькие, как миллиметр, наверное. Блин, это очень сложно увидеть здесь что-либо. Но, по всей видимости, наверное, он большой. Кстати, интересно сделано. То есть состав залазит, вернее, даже вот на эту вот упаковку, где вы будете срезать. То есть, если вы его срежете, съедите, а потом решите почитать состав, вы его не прочтете. И также, как бы он здесь лежит, тоже неудобно, тоже не прочтете состав. То есть, как-то такая, знаете, безвыходная ситуация. А он пахнет так, знаете, вроде вкусно, и в то же время как будто шариками надувными. И, ну, как-то так вдвоем, да. Оба. Так, сейчас я возьму тарелочку. Обстановка уютная, цветы, тут и еда разбросанная по столу, и стол у меня такой шикарный, деревянный прямо. Опа. Так, смотрите, как он там выглядел-то. А, ну он и выглядел шоколадным, то есть и тут он тоже что-то подобное. Давайте его разрежем сначала, потом покажу. Раз, два. Ну, конечно, блин, они все такие, что ли? Вот честно скажите мне. Смотрите, как получается. То есть вот здесь вот. Так, вот здесь вот, видите? Много. То есть я сначала вот это увидел, вау, думаю при себе, много. Здесь вот тот же самый кусок. Уже нет ничего. Здесь вот с этой стороны чуть-чуть. Тут чуть-чуть. А, тут вот тоже, что ли, много? А, ну это он и есть вообще-то. С этой стороны уже ничего нет. Какой-то вот, ну, честно говоря, он какой-то подозрительно странный, практически как тот Донаут. Донаут. Почему Донат? Донат, что ли, может быть, он называется? Как Донат тот, который деньги перечисляет, да? Так, мы будем пробовать. Кстати, он с каким вкусом-то у нас? Ой, неизвестно. Молочный, наверное. Пробуем. Знаете, на вкус как будто просто булочка сверху с шоколадом. Таким шоколадом уже растекшимся. Внутри там чувствуется какой-то вкус, как варенье, что ли. Как будто он и есть, его и нету. Хлебушек довольно мягенький, кстати. Суховатый. Ну,
как будто, знаете, вот можно взять просто булку, намазать ее шоколадом, или взять булку, откусить шоколад, откусить, все вместе переживать, то же самое получится. Не столько химии не будет. Такой вариант, наверное, чисто для красоты, если таких много купить, а пришли к вам гости, просто пооткрывать, положить вот так вот. Хотя не сказать, что он прям супер красивый. Шоколад мягкий. Ну такой, знаете, себе вкусный. Я бы, честно говоря, еще купила пару штук таких. Иногда вот что-нибудь сладенькое хочется, и в то же время и шоколад хочется, да, и булочку, то вот как раз два в одном. Вот. Ну, единственное, конечно, непонятно, что здесь за состав. А, я думаю, скорее всего, можно этот донат, донаут найти где-нибудь в маркете, и там будет состав. Вот, я постараюсь, наверное, поискать там. Или по штрих-коду, может быть, потому что на черном фоне с золотым шрифтом, блин, не знаю, не видно, честно. Ну, что, такой, знаете, вкусный. Такой, знаете, на перекус куда-нибудь. Или вот, как, знаете, есть некоторые люди, носят у себя в сумочках конфеты. Всякие конфеты шоколадные такие вот. Это вот точно так же вот можно положить. Она, в принципе, не такая большая, легенькая. Где-нибудь кушать захотели срочно, раз ее там перекусили, съели, запили водичкой и побежали дальше. Ну, вкусно, классно. А, честно говоря, я конфеты не ношу в сумке. Я ношу в сумке только леденцы, которые можно сосать. Захотела есть, взяла ее, пососала, пошла дальше. А вот когда съешь шоколадную конфету где-нибудь на улице, хочется запить ее чаем. Именно чаем. Или вообще просто запить водой. Это как-то вот не то. Не по мне это. Я помню, знаете, была один раз ситуация, когда у меня знакомая, что ли, по работе, по-моему, по работе на улице угостила конфеткой. Там было, по-моему, две конфетки какие-то. И я такая, ну ладно, типа, спасибо. И в сумку ее забросила. Она открывает, кушает. Такая, а что ты не кушаешь-то? Что ты забросила в сумку? Скушай ее, давай, съешь, что ты? Я говорю, да ладно, говорю, я домой приду вечером с чаем, как положено, съем. Говорю, зачем сейчас? Ну что ты вроде, что, думаешь, я тебя отравить хочу, да? Ешь давай, ешь, ну что ты не ешь вроде. Или давай тогда я заберу. Ну я достала сумки, я отдала, говорю, забирай ради бога. И все. Говорю, мне не надо, говорю, все эти проблемы. Говорю, если я не хочу сейчас есть, говорю, ну что ты пристала? Вот я сейчас вот в голове вспомнила. Не помнила ведь вот много лет. Вот сейчас вспомнила. Такая, знаете, ситуация была кропотливо и неприятно. Вроде понимаешь, что ты не хочешь обидеть человека, который тебя угостил конфеткой. Но и с другой стороны, то есть, если я съем конфетку, мне захочется обязательно попить. То есть, мне не один глоток захочется попить. Мне захочется много попить воды. Выпить воды. То есть, а у меня, может быть, воды не было тогда с собой. А если было, то, может быть, было мало воды. То есть, зачем я буду себя мучить сейчас этой конфеткой, если я могу прийти домой спокойно ее съесть. Ну, не знаю, лично я считаю так. Некоторые люди, я вижу, на улицах идут, просто открывают конфетку, ее съедают, идут дальше. Даже иногда не запивая водой. Я не могу так. Так, что у нас с вами дальше? У нас осталось халва, мармелад. Давайте, наверное, с вами... Давайте, наверное, скитлс откроем. Пока у меня тут тарелка еще чистенькая, практически. Почти чистенькая. Так, и давайте, наверное, с вами попробуем скитлс. Пока у меня тут тарелка чистенькая, потому что халва потом займет все место. Так, у нас зелененький. Я знаю, что скитлс у нас бывает красный, я точно помню. Красный, вот, зеленый.
И желтый, по-моему. По-моему, желтый еще. В Экспрессе, я не помню, такими пакетиками продавались. Вкусные были. Кисленькие, по-моему, да? А, ну да, кисломикс называется тут. И тут, кстати, написано по вкусам. Оранжевый — это мандарин, желтый — ананас, розовая — малина, фиолетовая — вишня и зеленый — яблоко. Ну как же, опять, кстати, яблоко. Без яблока нам, к сожалению, с вами никуда. И, кстати, наверное, если здесь посмотреть состав, его лучше, наверное, не смотреть, по всей видимости. А вот состав: сахар, глюкоза, сироп, так, кукуруза, жир, пальмовое масло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Офигеть, 10 Е-добавок. Обычно, когда я смотрю состав, я не читаю его, я смотрю Е-добавки. А если Е-добавок 10, то я этот продукт не беру. Лучше всего я возьму, допустим, похожий продукт, но где Е-добавок поменьше. А если Е-добавок 5, то если мне, допустим, надо для обзора, то есть для вас, я могу взять. Для себя просто вот поесть — нет. Опять я, значит, выбираю. Если Е-добавки 1, я начинаю состав читать. Потому что сейчас в некоторых продуктах делают так, то есть не Е пишут добавку, там Е500, там 27, да, например, а пишут просто словом, как она называется. Вот, то есть, ну, в принципе, сейчас вот так вот. Раньше такого не было. И бывают некоторые составы, Е-добавок нету, но при этом состав, то есть именно текст состава, он прям такой вот огромный бывает. И, честно говоря, в шоке. И понимаешь, так смотришь, там столько слов непонятных, наверное, это все Е-добавки. А нафиг мне оно надо. Вот. Если одна Е-добавка, то я уже смотрю, потому что бывает иногда нормальный состав, там сахар, допустим, то все, и там и Е какая-нибудь. Ну, как бы одна, ну ладно, блин, никуда от нее не денешься, честно. Здесь уже 10. Так, открываем. Опа. Пахнет кисленько. Так, здесь у нас 100 грамм. Нифига себе, правда, что ли? А я думала, 300 грамм. Вот такой довольно это тяжеленький, как будто грамм 300. А оказывается, 100. Ничего себе. Ну ладно. Окей. 100 грамм. Так, довольно, кстати, они симпатично выглядят. Крупненькие, красивенькие. Так, и будем с вами пробовать. Здесь, кстати, довольно, по-моему, одинаковое почти количество. Пересчитывать я, конечно же, их не буду, хотя, честно говоря, если бы я ела сейчас одна, сама с собой, я бы, наверное, их разложила бы по цветам и посчитала бы, каких цветов сколько. Потому что мне всегда почему-то казалось, что должны класть равномерно одинаковое количество. То есть 10 желтых, 10 красных, 10 это. А когда вот открываешь M&M's, и ты хочешь конкретно голубые, то их, как правило, там 2 или 3 штуки. А я хочу вот именно голубую. Потому что я люблю голубой цвет. Я хочу ее, а их, как правило, мало почему-то. Вот. Так, что у нас там? Давайте будем пробовать. Так, мандарин. У нас оранжевый. Оранжевых здесь много. Интересно, мне одной хватит или нет? На ней написана маленькая буковка S. Ну да, что-то такое. Вкус мандарина есть, да, такой кисленький. А, ну, в принципе, они кислые должны быть. Она и кислая, и сладкая, и такая прям класс. На вкус она как ириска, прилипает к зубам. И, честно говоря, я уже очень давно не жевала такие конфеты, которые прилипают к зубам. И это как-то немножко необычно для меня. Я думаю, где-то в дороге, например, это будет интересно. Когда ты там пожевал, тебе там к зубу что-то прилипло, и какой-то там вкус остается во рту. Чем ты когда сосешь сосучку, она у тебя мешает. А так там где-то там прилипло вроде так это. И не мешает особо. Так, желтый ананас. Тоже, наверное, сейчас будет кислый.
явно прям сильный вкус ананас. Если еще мандарин был прям кислый, больше было похоже на лимон, то ананас прям такое ананас ощущение, как будто я взяла какую-то ананасовую конфету или сам ананас откусила. Хотя если попробовать сам ананас, конечно, будет отличаться. Ананасик вкусный. Так. Малинка у нас розовая. Да, так взять все вкусы. Этих скитлс налепить на каждый зуб разный вкус, и все. И иди там себе по дороге, или сиди там делами занимайся, книжку читаешь, сидишь, и разный вкус у тебя во рту, классно будет. Так, кого там? Малинка. Мягенькая. Мягче, чем другие. Такой вкус малины есть, да, сильный-сильный, честно говоря. Среди зимы вкус малины почувствовать — это за счастье. Короче, если вы хотите какой-то почувствовать вкус определенной ягоды или там чего-то еще, да, какого-то фрукта, вы можете купить просто скитлс, допустим, вам срочно захотелось вишней, собрать все вишневые, поесть, и прям вкус, аромат вишни прям классно. Так, давайте, да, у нас, кстати, вишня фиолетовая. Почему она фиолетовая, непонятно только. Они все кисленькие, но вкус вишни классный. Напоминает компот какой-то. Такой классный. Но кислый, такой прям лимон. Кислый, наверное, скитлс не всем подойдет. Так, пробуем яблоко. Яблоко тоже есть вкус яблока, но немножко другой вкус. Тоже кислый, конечно же. Ну, в принципе, да, есть такое что-то. После вкуса какое-то яблоко. Наверное, если взять вот так вот гурбой, просто там все вместе, это будет какой-то там фруктовый, там нереально вкусный какой-то вкус. Сложил. Наверное, есть, я его буду очень долго. Потому что я, честно говоря, что-то не особо не хочется его. Не знаю, как я могла по нему западать. Какой мне больше всего понравился, это ананас, малина и вишня. Ну, яблоко, действительно, там что-то есть такое похоже на яблоко. Ну, не знаю, наверное, лично я яблоками, честно говоря, объелась. Потому что у нас они постоянные, их битком, их много. Яблоком не удивишь. А мандарин, ну как-то он больше был похож не на мандарин, а на лимон. Он был реально кислый такой лимон. Наверное, там что-то перепутали. Так, теперь мы с вами перейдем к халве. А халва у нас красная цена. Сейчас мы с вами состав почитаем, потому что там кто-то, наверное, мне хотел сказать, что, скорее всего, там не настоящие семечки в халве. Раз красная цена, так, ядро подсолнуха,
протертая патока, крахмал, сахар, вода, пенообразователь. Так, ну да. Пенообразователь вообще непонятно зачем. А также здесь может быть арахис, кунжут и масло сушеных фруктов. Честно говоря, знаете, у меня всегда задается огромнейший вопрос, как там может оказаться, допустим, возможное наличие либо арахиса, либо кунжута. Всегда, знаете, мне все время хочется у производителя спросить, а ты не знаешь, что ты кладешь? Если ты кладешь семечки, значит, там должна быть у тебя халва из семечек, правильно ведь? Откуда там может взяться арахис? Если, допустим, я готовлю блины, у меня же не может там в блины упасть, я не знаю, что-то совершенно абсолютно, ну, нет, не совершенно, но что-то другое, допустим, если я готовлю блины из молока, у меня же не может туда упасть кефир, правильно? Вот так же у меня, блин, у меня все время вопрос, почему так написано там, откуда он может взяться? Если вы сделали из одного продукта, как здесь может появиться второй и третий продукт? Ну, блин, не знаю, короче, странно. Такое я уже встречала не первый раз. Так. На вид она, кстати, ой, довольно неплохо выглядит. Почему-то, кстати, наши дедушки... Так, сейчас я нож другой возьму. Почему-то, кстати, наши дедушки очень сильно любят халву. А мне иногда, честно говоря, кажется, что халва во времена каких годов-то? 60-е, где-то 50-е, 60-е, как будто она была всегда везде, ее было всегда много. Почему они так любят халву? Если сладкое, то халва. Когда даришь, допустим, дедуле или вот свекру, я помню, подаришь халву, это было счастье. Халва! Спасибо! Там ты меня удивил, я очень люблю халву. Мне все время было непонятно, почему, ну почему халва, почему там не шоколад, не мармелад, там не знаю, что-то еще. Кстати, если кто знает, напишите в комментариях. Наверное, это тогда были голодные времена, не знаю, мне так кажется, и халва была везде всегда, ее, может, сами делали, может быть. Наверное, знаете, скорее всего, это была самая сладость, потому что, скорее всего, ничего не было после войны, и единственное, что могли сделать сладкую, это, наверное, халву. Потому что шоколад навряд ли. Что там, кстати, какие были сладости? Интересно. Ну, конфеты, это да, наверное, редкость была, конечно. Сейчас вон ими с этими конфетами завались. Полно. Всего полно. Куча всего интересного. Так, ах, блин, я забыла показать саму халву. Начала ее уже резать. Ну ладно, тут чуть-чуть сбоку видно. В принципе, в ней не особо видно каких-то примесей, но чуть-чуть видно. Не особо видно, но чуть-чуть видно. Вот, чуть-чуть там, может быть, увидите полосочки небольшие. Это может быть либо что-то сладкое. Один раз, знаете, было, купила халву. Родители мне там покупали халву очень часто. У меня, кстати, она тоже есть на обзор, нужно будет сделать. Она в такой пластмассовой упаковочке, я ее открываю. И у нее так сбоку очень сильно натекшая какая-то, типа как карамель, что ли. Ну, короче, она белая была и очень жесткая, ее проживать было нереально. То есть половина халвы я просто выкинула. После этого я перестала покупать эту халву много-много-много лет. И вот сейчас у меня там одна лежит. Я думала, или ту, думаю, брать, смотреть, или эту. Ну, решила вот эту. Интересно, думаю, что здесь будет. Вот. Давайте попробуем. Мягкая, нежная. По вкусу. По вкусу что-то напоминает халву. Но если, допустим, халву попробовать на вес... Если вы на вес пробовали, на вес, допустим, в магазинах или на вес в магазинах, где
Орехи продают. Вот там, кстати, они прям вообще обалденно вкусные бывают временами. Разные бывают. То, конечно, если попробовали вы ту халву, то вот это вообще не халва. Это, знаете, ну, что-то, знаете, так вот. Какая-то примесь. Кстати, она очень растворяется прям во рту быстро. То есть другая халва, я помню, ее жуешь, она еще на зубах там прилипает, остается. После вкуса от нее там остается. Тут прям просто растворяется. Ощущение, как будто это сделана халва из семечек, которые там какие-то там семечки остались, там после чего, которых там варили миллиарды раз, перемололи там в пыль, с чем-нибудь там сахаром перемешали и сюда положили. Вот такое ощущение. Либо это для тех, кто, у кого нету зубов, но хочет халву. Кстати, вкусно. Немножко прилипает к зубам. Но она прям реально такая нежная. Такая прям. Может быть, кстати, кому-нибудь и нравится такая халва. Кстати, да, я еще заметила те продукты, которые прям нереально дешевые. Там, как правило, много химии. Те, которые средние, поменьше химии. Ну, Е-добавок, я имею в виду. А те продукты, которые дорогие, они могут быть 100% натуральные. Там, может быть, даже бывает... и нету Е-добавок, или если есть, то одна-две там, или одна вот, либо какие-нибудь там непонятные слова, то есть бывают. То есть красная цена у нас получается с вами, это дешевый, очень дешевый продукт. И, конечно же, там у нас Е-добавки могут присутствовать всякие. Так, еще сидим, что-то мне так понравилось она. Такая неженка. Она прям растворяется. Классная. Мне понравилась вообще-то. Такая прям классная. Вкусная. Ну, можно иногда купить, допустим, если вы не можете купить нормальную халву. Если ее просто негде купить. Потому что вроде сейчас у нас много продуктов, да, в мире. В магазинах, да, но... Иногда бывает такое, что купить продукты какие-то определенные мы не можем. Кстати, от «Красная цена» были когда-то печенье очень классные, печенье шоколадное. Блин, они были такие классные. Я не знаю, у меня, по-моему, пачка, там небольшая такая была вот пачка. Где-то такая пачечка небольшая. Она у меня улетала где-то, наверное, за пару дней. Они были обалденно вкусные. Не знаю, честно, сейчас есть такие печенья, до сих пор продается или нет, но я уже очень давно не видела. Оно было просто обалденно вкусно. Ну, блин, оно так мне нравилось. Вот. И стоило оно что-то рублей 25, по-моему. Нет. Или рублей 15, или 5 рублей. Но это было давно, это более около 10 лет назад где-то было, да. Мне хотелось его купить прям просто очень-очень много. Так, дальше у нас с вами по плану идет мармелад. Мармелад мы с вами довольно часто уже в последнее время пробуем. В предыдущих обзорах, роликах, посиделках у нас с вами был мармелад черной смородины, который мне, в принципе, не очень как-то понравился. Потом у нас с вами был рахат лукум, он тоже как-то напоминает мармелад. Кстати, он, когда мы его пробовали, он был очень мягкий, по-моему. Потом он у меня полежал, немножко стал жестче, кстати, стал гораздо вкуснее. Когда он чуть-чуть полежит, вот именно не в коробке, а на свежем воздухе. Так, у нас тут запакованы. Так, опять у меня нож грязный. Что ж такое? Опа. Так, состав давайте посмотрим. Килокалорий 320 на 100 грамм. Срок годности 3 месяца. Так, производство мастер мармелада. Может быть, наверное, какой-нибудь есть магазин, наверное, у нас в Самаре, где продаются всякие такие вот вкусняшки.
раз мастер мармелада. Надо будет поискать. Без ароматизаторов, без красителей, без желатина. Вот, ну как-то как таково. А хотя нет, вот сахар. Ой, состав, господи, сахар, песок, патока, цитрусовый пектин, кислота лимонная и брусника. То есть какой-то еще цитрусовый пектин есть. У кого аллергия получается на цитрусы, то есть этот мармелад может не подойти. Ну, не знаю, лично я так понимаю. Кстати, мне очень понравилась сама коробочка. Такая она прям. Цвет вот этот вот. Как же называется эта бумага цвет? Крафт-бумага. Вот, крафт. Крафт-бумага. Так. И, конечно же, сами конфетки. Они брусникой пахнут. Жесткие, кстати, такие. И довольно красивые. Ням-н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 ям. Кстати, а все ли вот эти вкусняшки сегодня, которые я сделала обзор, вы понюхали, попробовали? Ведь мы с вами перешли на новый уровень. Не только теперь вы чувствуете запах, но еще и вкус чувствуете. По-моему, я уже это говорю в каждом ролике, но почему-то в конце. А завтра, если буду записывать ролик, нужно будет сказать в самом начале об этом вам, чтобы вы знали. Потому что мне уже, в принципе, писали, что чувствуют даже вкус того, чего я делаю. То, что вам показываю. Так, ну давайте будем пробовать. Вот это хочу. Кстати, они еще в этих. Они еще в этих штучках. Это, кстати, классно, если где-нибудь вот так в компании кто-нибудь откроет эту коробку и так скажет, угощайтесь. Вы берете не просто голую там конфетку, несете к своему столу, там или ее держите, болтаете, да, а именно можете взять вот так вот очень аккуратненько, еще взять там двумя пальчиками, аккуратненькой ручкой, не просто там ее сжав. Я помню, знаете, в своем детстве бабуля покупала мне мороженое в стаканчиках, я помню, я его держала прям вот так вот всей рукой, и оно у меня очень быстро таять начинало. И когда начинало таять, почему-то оно у меня вот именно вот снизу там подтекать начинало, покапывать. Вот идешь по улице, оно капает. Либо по руке, я помню, так стекает, вся липкая, грязная потом. И в какой-то момент, уже более взрослым, я поняла, что я не люблю мороженое в стаканчиках, потому что они постоянно у меня текут. И мне казалось, что либо это мороженое такое, которое текет, либо это потому, что я его ем очень медленно. Но как бы быстро съесть я его тоже не могла, потому что оно холодное. Я не понимала, почему у других все хорошо, а у меня нет. Вот. И бабуля всячески старалась объяснить, что вот так вот держать, ну как стакан, вот, да, мы с вами держим вот так вот. То есть вот так держать нельзя мороженое, потому что он говорит, его нужно держать двумя пальчиками. А мне в детстве казалось, что если буду держать мороженое двумя пальчиками, то оно у меня упадет. Ну вдруг я его не удержу. А когда всей рукой, ну знаешь, что удержишь. Вот, и как-то очень долго, а потом уже в взрослом виде, ну, когда уже стала взрослой, да, там, хотя нет, подождите, когда я стала взрослой, я в стаканчик мороженое перестала есть, я стала рожки есть вафельные, они не так текут, они хорошие, их действительно можно прям обеими руками держать, обоими, так. Мягенькая такая. Нет, не взломается. Она прям. А, она прям, знаете, такая жестковатая, довольно. Попробуем. Она жесткая. Откусывается она реально тяжело. Очень тяжело откусывается. Ощущение, как будто вы откусываете не мармелад, а какое-то резиновое колесо, которое вроде бы вы нажимаете на него зубами, вроде как оно должно проткнуться, но оно не протыкается. Блин, я не знаю, так выглядит натуральный мармелад, честно. Мне казалось, что он должен быть все-таки натуральный мармелад помягче немножко. Вкус брусники есть, ну такой вот отдаленно где-то там.
кисленький так чуть-чуть, сладкий чуть-чуть. Ну, такой, как, допустим, у Skittles там ярко выраженное там было, что там у нас, ананас, прям такое ананасище, прям ух, то здесь, конечно, в этом мармеладе такого нету. Он такой, больше его жуешь, его тяжеловато жевать, как резина, которую сложно прожевать. Честно, если бы я такое купила, я бы сейчас расстроилась. Вот, но поскольку его купила не я, мне его подарили, то расстраиваться я не буду. Ну, по крайней мере, 100% натуральный вроде бы как. Не знаю, мне почему-то кажется, что натуральный мармелад, он гораздо мягче, потому что я готовила, помню, мармелад, он у меня был прям мягкий, прям нежненький. Ну, наверное, все-таки отличаются товары от домашних и 100% натуральных магазинах. Все-таки, видимо, разница есть здесь. И, видимо, довольно большая. Что-то я второй раз жевать это кусать не хочу. Это, знаете, его нужно реально резать ножом. Только ножом резать, и все. Иначе вы можете просто в этом мармеладе оставить свои зубы. Ну, не знаю, как-то он у меня жестко откусился. Мне вспомнилось, пока я его жевала, мне вспомнилось опять рахат лукум, когда он у меня полежал какое-то время, немножечко подсох. И он был примерно такой же, но он был как-то более... маленькие кусочки, ароматный более, такой вкусненький. Ну, наверное, потому что маленькие кусочки. Их проживать было проще. То здесь куски огромные, и проживать их сложнее. Не знаю, что-то мне, честно, не особо так понравился. Ну, как бы вкус брусники. Брусника, что ли, да, там у нас? Брусника. Довольно интересно. Брусника. Хотя, честно говоря, я бы хотела лучше с апельсином. Или черной смородины. Представляете, чай черной смородины и еще мармелад с черной смородиной. Вообще класс был бы. Жестковатый прям. Жестковатый. Так, ну мы с вами, смотрите, уже все попробовали. Довольно уже все скушали. Не знаю, там на какое время у нас с вами вышло. Наверное, как всегда, 5 часов. Не знаю, не получается у меня поболтать с вами мало и сделать обзор очень-очень быстро. Хотя сегодня, мне кажется, мы в основном с вами все пробовали и болтала, по-моему, я довольно очень мало. Наверное, потому что я очень сильно уставшая и очень сильно сонная. Вот, наверное, скорее всего, поэтому, потому что реально спать охота. Вот, и плюс к этому я за все вот это вот последнее время, за этот последний месяц, даже чуть-чуть побольше, я сбила опять свой сон. То есть он сбивается, и получается так, что я вечером засыпаю, потом какое-то время я там просыпаюсь и не могу уснуть. Вот, то есть это означает, что я опять сбила сон. Я ложилась каждый день, ложилась поздно, потому что я не успеваю смонтировать. Я не успеваю смонтировать днем, потому что у меня Дима стал спать не как раньше 2 часа, а уже 1 час спит. И сегодня вот он лег спать. Не знаю, сколько прошло времени, мне кажется, что прошло меньше часа. У нас там ремонт, мастер копошится. И он ко мне подошел и говорит: Наташ, Дима проснулся. Ну, то есть он услышал его, что он там разговаривает. И я такая сижу уставшая, просто вот так вырубает меня. Я просто хочу спать, я хочу просто хотя бы просто посидеть. Хотя бы просто посидеть. И я поняла, что у меня ребенок проснулся, а я еще не успела отдохнуть. И это было, блин, это было жестоко. Я такая встала, она прям вырубает, такая вот сонная. Подошла, прислушиваюсь ухом. А я дверь закрыла полностью. Обычно я щелочку оставляю. А это я закрыла, чтобы ему было не слышно мастер, как он там копошится. Вот. Ну, вдруг он там будет двигать что-нибудь, там это, уронит там что-нибудь. Ну, грохот такой будет, чтобы вот его не было. И, естественно, я посмотреть не могу. Так прислушиваюсь, вроде тишина. Он говорит, нет, говорит, вроде он там проснулся. Стоял еще немножко, слышу, у меня там малыш зевнул. Я дверь открываю, а ты тут спишь? Нет, я не сплю, я поспал чуточку и проснулся. Буду мастеру помогать. Да блин, думаю, а мне так посидеть хотелось, мне так полежать хотелось. Думаю, а у меня ребенок не спит. Ой, блин, я такая сильно уставшая, причем там с утра ребенок до истерики просто хотел помочь мастеру. Уже мастер начал обдирать потолок, то есть вся пыль, грязь летит с потолка.
и нужно ребенка забрать. Мне пришлось его взять на руки, при том, что у меня больная спина, то есть мне нельзя его носить. Я знаю, что у меня потом заболит спина, и могут появиться проблемы. Но мне пришлось взять его на руки, отнести в комнату, закрыть эту комнату. Он там до истерик, нет, я пойду к мастеру. В итоге посадил его на руки, блин, это был, это что-то просто было. Это было просто что-то. Если предыдущие дни, когда мастер делал другую комнату, как бы ребенок так подойдет, посмотрит, мастер закроет дверь у него там, когда он выйдет, как бы, и все. И ребенок больше туда не шел, то в этот раз это был просто кошмар. И я так представила, если это будет еще длиться все эти две недели, что мне придется ребенка силком просто держать за столом, думаю, блин, я не справлюсь, это ужасно. Он чуть-чуть покопошится, порисует. Я нарисовался, начинает просто, он просто начинает выворачиваться, как, не знаю, как кошка какая-то из чего-то там выворачивается. Не знаю, это ужасно. С трудом, но все-таки я его удержала. Потом он уже сам сел, начал сам заниматься, сам рисовать. Потом я смотрю, время, час доходит, пора спать. И я говорю, мы сейчас пойдем с тобой покушаем. Нет, я не буду кушать. Я говорю, мы сейчас с тобой покушаем, говорю, и ляжем спать. Договорились? Ну, слава богу. Он спокойно сам мимо мастера прошел, помыли руки, сам пришел сюда, сел. Ну, слава богу, он хотя бы все это сделал сам. Ну, хотя бы мне не пришлось это его тащить. Там, пока бы я разогревала, он мог сбежать, по идее, там, убежать. То есть, слава богу, этого всего не было. Вот, то есть сегодня у меня день такой был довольно насыщенный. Слава богу, что моя мама пришла сама, забрала Диму сама и ушла с ним. Потому что, ну, я бы, конечно, их проводила, но я была бы очень сильно уставшая и сонная, и просто домой бы, не знаю, как бы дошла бы. То, что там, допустим, оставить мастера, мы мастера не один раз уже оставляли дома одного. У него мы взяли паспортные данные, то есть паспорт я сфотографировала, у меня в телефоне все это есть. И как бы он работал уже у мамы, пока мама была на работе, он работал у нее спокойно, то есть все супер, ничего украденного такого нету. Ну и как бы здесь я его тоже оставляла, и из комнаты, когда он выходил, там остаются следы, и по этим следам я потом смотрела, куда он ходил. Там максимум было до ванны, до туалета и в коридор туда покурить, и все. Ну, конечно, мог он снять, но... Нет, все лежало на своих местах, все супер. Вот в этом моменте, кстати, с ним очень сильно удобно. Очень удобно с ним. Именно вот тут вот. Что можно спокойно взять ребенка и просто пойти погулять. Потом вернуться. То есть все супер. Чем, допустим, когда, я помню, нам делали туалет... В туалете клал плитку мастер, по-моему, даже с ребенком мы никуда не ходили. Мы сидели дома. Вот, по-моему, вроде бы. Сейчас, честно, не помню уже. Надо посмотреть во влогах, гуляли мы там или нет. Вот. Ну, короче, так вот. Вот такие вот у нас дела. С вами, наверное, мы будем прощаться. Завтра я еще сделаю точно такой же небольшой ролик, скорее всего. Ну, посмотрим там. Уже будут другие обзоры. Вам, видимо, все-таки, мне кажется, эта тема довольно хорошо зашла. Понравилась, потому что вы смотрите. Я периодически вижу не все, правда, ролики. Видимо, все-таки там зависит от названия темы, хэштегов, тегов, от всего этого. Всех этих, кстати, слов иностранных каких-то. Теги, хэштеги. Наверное, если эти слова взять и спросить у человека, который сейчас, допустим, вернулся назад... Да, в 90-е, 60-е года. И у человека спросить вот эти вот слова, ты знаешь, что такое хэштег? Или тег? Или хайп? Да, хайп, там что еще? Хейтеры, да? Он, наверное, скажет, а? Чего? Там скажет, иди отсюда. Что-нибудь такое, наверняка. Ладно, буду с вами прощаться, потому что у меня же уже доходит час ночи. Мне еще тут сейчас прибираться, я хочу еще посуду помыть. Чтобы у меня на выходных здесь ничего не было, никакой грязной посуды, ничего подобного, потому что потом ее перемывать сложно. Лень потом будет мне. Вот. Такой у нас с вами, короче, был. Обязательно пишите комментарии, что вам больше всего понравилось.
Нравятся вам такие ролики или нет, обязательно пишите. Лайки, ставьте лайки, я очень люблю лайки. Подписывайтесь, кто не подписан, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем. Кулинария, что там еще, фоны, там, короче, куча-куча всего. Обзоры на технику, на продукты, каждый по отдельности. И на сегодня мы с вами закончим. Обязательно смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на технику, на продукты, кулинария, живопись. Также обязательно ставьте лайки, 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 лайки. Кто не подписан, подписывайтесь, жмите на колокольчик и пишите самый главный комментарий. Очень люблю читать ваши комментарии, я каждый комментарий читаю, оцениваю. Если есть какой-то вопрос, если есть что-то написать, я вам отвечаю всегда. Бывает, конечно, с задержкой, если что-то там я не успеваю. Но, как правило, я всегда отвечаю и очень-очень люблю ваши комментарии. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!